Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале ИТОН ТВ в программе «С большой буквы». Меня зовут Марк Гурин. Со мной в студии очень интересный собеседник. Прошу любить и жаловать. Цвимоген. В настоящее время старший научный сотрудник Института национальной безопасности. В прошлом чрезвычайно полномочный посол Израиля в Украине и России. Здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Да. Значит, вот вопрос, которым сегодня себе очень многие задаются. Ну, как бы сказать, как бы это поверх сказать, взаимоприязненные или взаимозаклятые отношения между Соединенными Штатами и Россией сегодня, они общеизвестны. В то же время наша страна, наша маленькая, но гордая страна, она должна, как бы, ей нужны хорошие отношения с обеими участниками этой конфронтации. И да, должно, я не голосую за нынешнего премьера, но должно, ему удается, может быть, единственному, в одинаковой степени, так сказать, хорошо относиться с лидером Соединенных Штатов и с лидером России. Что же нам все-таки в этой истории делать, как вы считаете, как должны развиваться те отношения, как они могут развиваться? Давайте вот вокруг этого. Ну, тем более после недавнего визита Биби, нашего премьера, в Москву. Ну, что делать, сначала разберемся, что есть. Или что да, было. Что есть, давайте, что есть. Что было, что есть, да, и да, потом, да, в смысле, да, куда идти дальше. Да, да, да. Ну, действительно, есть между великими державами те или иные разногласия, которых некоторые с легкой руки называют даже второй или новой холодной войной. Во всяком случае, есть там достаточно серьезные разборки. Одно. Израиль с каждой в отдельности поддерживает нормальные отношения, хорошие отношения с Соединенными Штатами, естественно, в течение уже нескольких поколений. Соединенные Штаты – основной гарант вообще Израиля, стратегический партнер и так далее. Россия, в нынешней ипостаси новая Россия, с самого начала наладила нормальные отношения, и с тех пор они развиваются достаточно прилично, нормально и позитивно. Даже доходило до того, что Израиль поддерживал Россию вопреки интересам, скажем, Запада, Европы, Соединенных Штатов, не критиковал ее за разные те или иные, скажем, политические ходы. Не будем теперь вдаваться в подробности. Но было дело и было и не всегда, но даже было иногда и взаимное действие со стороны России, которое или поддерживало, или не критиковало Израиль, хотя в основном она, да, критиковала, но все же это было. Было. Да. Но мы приближаемся к 2015 году, и в этом году, в сентябре того года, Россия возвращается на Ближний Восток, вмешиваясь или вступая в гражданскую войну в Сирии, и тут начинается глобальная разборка. Я прошу прощения, наш сегодняшний разговор не случайен. Буквально сегодня утром сообщили, что Путин дал указание министру товарищу Шойгу, что о выводе войск из Сирии. Это буквально вот вам повод, так сказать, да, чтобы вспомнить. Хорошо. Но все же хочу напомнить, что Сирия находится рядом с Израилем, у них общая граница, и, естественно, вступая туда, Россия оказалась на границе с Израилем, как, у нас появилась общая граница. Да, как глобальная держава, хотя американцы не признают за ней этот статус, но все же как глобальная держава, которая ведет свою соответственную или адекватную для ее нужд политику на границе с Израилем. И поэтому это уже не то, что было до этого. Надо было в тот момент теперь выяснять отношения и как-то добиваться ситуации, при которой можно было сосуществовать в этой ипостаси, а не просто так на теоретическом уровне, который был до этого момента. И с тех пор 3,5 года, кроме последних пару месяцев, отношения были нормальными. Теперь так. Россия рассматривает Израиль как действительно крутого игрока в регионе, который может испортить игру практически любому, или все вместе, как хотите. И поэтому с ним надо находить общий язык и договариваться, чтобы не помешал, не дай бог. У Израиля нет особых интересов в той же Сирии, кроме, конечно, присутствия там Ирана с его
прокси с его сателлитами, которые, да, угрожают Израилю. Поэтому, говорит, их там не будет или разберемся. Россия, вступив туда в коалиции совместно с Ираном, практически приводит Иран с Хизбаллой к израильским границам. И тут теперь действительно выясняются отношения, что будем с ними делать. И есть какая-то договоренность, тогда уже была договоренность с тем же Биби, с тем же Путиным, что вот мы вам не мешаем в Сирии, мы это Израиль, вам не мешаем, делайте что хотите, мы не вмешиваемся в гражданскую войну, хотя у нас есть что сказать по поводу Асада и других игроков тоже. Но что касается Ирана, мы разберемся с ними сами, и вы нам не мешаете, и договорились. И три с чем-то лет, да, Израиль наносил удары по иранским целям, не будем теперь вдаваться в подробности, какие, почему и так далее, но факт он есть факт, и все было нормально. Война приближается к концу, и вдруг нежданно-негаданно поссорились. Ввиду якобы сбитого самолета, не якобы, он сбит, но не Израиль, Израиль здесь ни при чем, но все же решили разыграть тут кризис за счет Израиля. Теперь возвращаемся к отношениям между держав. Все это было разыграно ввиду отношений России с Соединенными Штатами, в основном Соединенными Штатами и Западом в общих чертах. Что там происходит? Россия не ладит с этими государствами. У них не ладит, у них есть разборки. Чего они хотят от России, чтобы она себя вела тихо, смирно, и не мешала соседям, не угрожала, отдала занятые территории и так далее, и так далее. Есть целый список. А если нет, то начиная с 2014 года действуют санкции против России. Тоже факт. Россия, естественно, относится к этому неприязненно. Санкции ей не импонируют, поэтому она хочет так или иначе это ликвидировать, сменить эти условия. Но не получается. Видите, с тех пор до нынешнего дня нет диалога между... Более того, количество санкций увеличивается, да, усиливаются, да. К ним приблизился, уже Евросоюз присоединился, Канада присоединилась, Австралия, казалось, где Австралия, где Украина? Ну, весь западный мир... Канада, ладно, там есть украинцы. Австралия. Потому что она поддерживает Запад. В этом контексте весь Запад... Понятно. Новая Зеландия. Тоже красиво, да. И в этом контексте весь Запад относится однозначно к этому вопросу, утверждая, что в наши времена не принято захватывать территорию, угрожать соседям. Вообще с Россией есть проблема в отношениях, в этом контексте. И Россия, как одно из ответных действий, решила так или иначе вступить в гражданскую войну в Сирии, для того, чтобы так или иначе суметь задействовать рычаги влияния для смены тех условий, которые я уже описал, и для других, естественно, достижений тоже. И в этом контексте уже несколько лет идет какой-то там обмен мнениями насчет того, что вот мы уйдем или сменим те или иные условия в Сирии, или кого-то оттуда удалим, а вы нам за это подарите или вернете нам эти санкции и так далее, и так далее. Все красивое, но сейчас не это основное. Основное, что вот между ними находится Израиль. И когда Россия выясняет отношения с Западом, и Запад ожидает от Израиля естественной поддержки, и Россия тоже так или иначе не безразлична к позиции Израиля, в этом контексте Израилю приходится занимать свое положение. Все нормально в этом отношении, но Россия решила, что она разыгрывает кризис за счет Израиля. Это уже хуже. Россия это тоже неоднозначная, неоднородная, так сказать, целая, потому что там много башен у Кремля, как мы уже называли это дело. В России есть разные ведомства, которые не обязательно ладят друг с другом. И одно из них, или несколько из них, решили, что сейчас пришло время начинать раскручивать кризис за счет Израиля, что было сделано якобы ввиду сбитого самолета. Но этот кризис продолжался несколько месяцев, три, если хотите, и ничего практически не привнес, никаких достижений с этого процесса у России не было, но горечь какая-то там осталась, и пришло время мириться, и так или иначе последний визит Нетаньяху в Сирии был ввиду этого. Кроме этого, сама по себе Россия приходит к печальным выводам, что нет достижений в Сирии, надо что-то там менять. Что-то надо менять, а надо менять курс. Имеется в виду менять политику по отношению Сирии, Ближнего Востока и Ирана в частности, с которым Россия плохо уживается, оказывается. И в чем проблема? Проблема в том, что Иран хочет всю Сирию себе,
для своих нужд, а Россия, у нее другой подход к этому вопросу. К тому же еще Турция там околачивается, как говорят, и у нее тоже свое там, мнение. Там неподалеку, совсем неподалеку от тех мест, краев, в Азербайджане, есть такая поговорка, что головы двух баранов не могут вариться в одном котле. Ну да, и два кота в одном мешке и так далее. Хорошо, и получается так, что у России, Россия пересматривает свое отношение к этому вопросу, ввиду того, что не получается у нее диалоги, она очень хочет диалога с Западом, с Соединенными Штатами в частности. Диалог подразумевает все, все аспекты отношений, но в частности, без этого диалога не будет отмены этих санкций, а с санкциями тоже трудно жить, потому что санкции приводят, в конце концов, к дестабилизации условий самой России, дестабилизированной России. И ввиду этого весь этот клубок раскручивается последние несколько месяцев, и Россия, вероятнее всего, пришла к выводу, что надо менять курс, и в этом контексте надо мириться с Израилем и договариваться с ним. Но, да. Диалог типа двух вещей, типа Ялта, типа забирайте вашу Украину, вернее так, забирайте вашу Венесуэлу, да, и не лезьте в нашу Украину. Вроде это имеется в виду, что это диалог. Это тоже. Есть целый комплекс вопросов, просто если нет диалога, то вообще по многим вопросам не договаривается, нет контакта. Это включает в основном Украину со всем Крымом и прочим Донбассом. Крымом и Донбасс. Да. И это включает и другие, между прочим, напоминаю Грузию, напоминаю еще угрозы по отношению к другим соседям. Там не просто в этих регионах вообще. Но американцы, они говорят, что время Ялты давно ушло. Тоже. Сейчас другое время, другой век просто. И другая схема отношений. Это с одной стороны. С другой стороны, плохо получаются отношения. Ну, в конце концов, война, гражданская война идет к концу, а Иран ведет себя неадекватно, соответственно, российским понятиям, и поэтому надо что-то там менять, и поэтому Россия решает менять курс, добиться договариваться с Израилем о выводе других войск или войск других стран из Сирии. Других, ладно, она... Если верить сегодняшним источникам информации, она свои тоже хочет вводить уже в пятый раз. Ну, это вопрос хорошо не нов. Хорошо ли это для евреев? Пятый раз. Это вопрос не нов, потому что, что он подразумевает, было договорено в свое время, еще года два назад в Сочи, и с тех пор вопрос поднимался заново, что все не местные, в смысле все чужие вооруженные силы из Сирии должны уйти. Это включает и Россию тоже. Россия уберет свои войска, но у России есть отдельно особый договор с Сирией, который подразумевает аренду баз. Двух баз. Двух баз. Морской это, и авиационный, а остальное? На 40, а остального ничего там нет. Да? Практически там нет. Россия не держит вооруженных сил в Сирии, кроме этих баз. Естественно, есть там специалисты военные. Это присутствуют. Ну, охрана немножко. Нет, еще помогают. Полиция сирийские, военная. И сирийские. Это советники, это охрана, это военная полиция. Все это не инфраструктура этих же баз. Это все не мешает. Поэтому можно каждый раз заново заявлять, что вот мы уходим. И даже из этих баз уберем часть самолетов или часть ВМС, но ну, да. Это не меняет картины, в конце концов. Кажется, вот такой роман. Но это, говорит, но это дает России возможности говорит, на уровне, так сказать, на адекватном уровне говорить другим, вы тоже, господа, убираетесь из Сирии, мы все уходим. Ну, это да. И американцы... Кажется, вот такой роман, уйти, чтобы остаться. Да. Это и к американцам имеет отношение, к России. Ну, а... Где же в этом истории Израиль? Это первое. И второе. Я понимаю, что была великая мечта русскоязычных израильтян иметь общую границу с Россией. Да. Но есть наконец-то. В обратном направлении. Да. Но есть же не только это. Есть же в целом Ближний Восток. Есть возможный план Трампа. Есть для Корея хоть какой-то реакции. Что оказывается, Россия хочет, в России понятно, что все встревожены поведением Ирана, и, соответственно, все арабские государства, суннитские якобы государства, которые опасаются претензий Ирана на гегемонию в регионе и так далее, и собираются или уже создают какую-то коалицию между собой, в которую есть такие, которые утверждают, что туда привлечен Израиль тоже. Это уже новая картина. Да, в этом контексте тоже надо с этим что-то делать, и Россия пытается с этими государствами наладить отношения. Израиль снова посередине, да, он и тут, он и там, он везде
под ногами, как говорят, да. На Ближнем Востоке в этом контексте России надо что-то предпринимать. Она предприняла, насколько мне понятно, она договорилась с Израилем, что они создают, Россия и Израиль, совместную комиссию. С этого места, пожалуйста, подробнее. Что это такое, когда она начинает работать или уже работает? Неизвестно. Ничего не было сказано официально. Значит, что можно предположить из тех ограниченных средств массовой информации, это что создается совместная комиссия российско-израильская, которой привлекаются все государства залива, которые согласны участвовать в этом, имеется в виду Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и так далее. Прошу прощения, мы буквально вчера встречались с послом группы журналистов, в числе там генеральный директор нашего канала Александр Ронкин. Я был в этой небольшой сравнительной группе, он рассказывал, комментировал какие-то явления, но он тоже не смог ответить на вопрос, что это, как это у Грибоедова, что за комиссия создатель, да. И чем она будет заниматься, и когда... Эта комиссия должна сменить, насколько я понимаю, обстановку. Это было, сказано, намекнуто Россией же, что Россия будем менять Астану. Астанинский формат. Астанинский формат, и вместо этого будет... Тем более с уходом Назарбаева. Да, и будет расширены, еще непонятно, останется ли это Астаной, да, Астана уже меняет. Нет, она будет Нур-Султан. И в это новый формат должен включать все региональные государства, которые заинтересованы, и саму Сирию тоже. В этом контексте, но и Израиль тоже присутствует. Значит, все государства региона, Россия, Израиль и все остальные создают. На что Россия рассчитывает? Астана перемещается куда? В Дамаск? Еще не сказал. Тель-Авив? В Сочи, наверное. В Сочи. Встречались уже там тоже, да. Но что имеется в виду? Имеется в виду, что что-то дает Россия. Это дает, во-первых, возможность так или иначе действительно сменить обстановку в Сирии, привлечь другие государства, остановить напряженные отношения с другими государствами. Очередной раз вывести войска? Да, это тоже. Но помириться якобы с государствами типа Саудовской Аравии, Египтом и так далее. С суннитскими грандами. Да, это очень немалозначимо для России. Вот это, видимо, и есть основное. И все это комплексно вместе, так или иначе. И вернуть Сирию в арабский мир. Это тоже, но это уже вторично. Но основное, это весь этот комплекс ходов, так или иначе, может гарантировать, не обязательно, но может гарантировать возобновление диалога с Западом. У нас немножко с временем становится немножко напряженно. Давайте про Ближний Восток. Трамп, Россия, Израиль, Трамп, Кремль, Белый дом, Кремль, Израиль. Что это? Белый дом к этому комплексу относится очень сдержанно, потому что Белый дом, вернее, Трамп, так или иначе, действительно продолжает до данного момента политику выдавливания Ирана из Сирии, выдавливания России из Сирии, всех остальных, самого себя тоже заявил, что он уходит. Успокаивание региона, с одной стороны. С другой стороны, он намерен так или иначе комплексно подойти к вопросу, касающемуся отношений, израильско-палестинских отношений, и в этом контексте задействована какая-то идея, которую никто не знает досконально. Не знаю, действительно, не знает. Даже вы не знаете? Ну, я догадываюсь, но я не уверен, я уже сказал. Но речь идет, вероятнее всего, об этой сделке века, в результате которой... Так или иначе утрясут отношения между палестинцами и израильтянами. Это не абы что, потому что это одно из условий возобновления отношений между Израилем и арабскими государствами, которые говорят, мы не можем без Да пока не будет, да. Ладно, говорят, так вот сейчас будет. А вы сами решаете этот вопрос, потому что на них именно возложили... И мы решили. Не мы. На арабские государства возложили эту функцию. Так что они заплатят. Они не только заплатят, они заставят палестинцев согласиться. Вести себя прилично. Да, а американцы заставят израильтян, естественно. В результате... И даже мы будем вести себя прилично. Да, в результате получится, что успокаивается регион, и тут все становится на свое место. Россия в этом контексте очень хочет участвовать, но ее не приглашают пока, поэтому она предлагает свои услуги вместо. Утверждая, что все эти фантазии типа сделки века это нереально, палестинцы не хотят, давайте приезжайте в Москву все вместе, и мы тут решим. Либо, помирившись с суннитами на базе сирийских процессов, тоже, да. Они тоже на волне этого, так сказать, дружелюбия нового могут прийти вовнутрь происходящего. Можно и так.
Но пока это очень... Приезжайте в Москву, сейчас Трамп побежит в Москву. В всяком случае, это не просто реализовать. На данном... Я прошу прощения, а значит, приезжайте в Москву, что говорит Нетаньяху? Он что-нибудь говорит? Ну, он говорит, что спасибо за приглашение, но если я правильно понимаю, Нетаньяху предпочитает иметь дело с Трампом. Пока. По этому вопросу. Но все же Нетаньяху пока из тех редких лидеров сегодня вообще на этой планете, который нормально уживается и с Трампом. Вот, что мы и обратили внимание. Но это не ввиду его личности или характера, при всем уважении, это ввиду обстановки, в которой Израиль себя, так сказать, нашел себя между двумя вот этими игроками, и, соответственно, нужно подстраиваться. Последний вопрос, мы уже превысили наше время, и последний буквально в двух фразах. Нам удастся сохранить эти отношения с обеими полюсами мировой политики? С обоими полюсами мировой политики. И вот не надорвемся, мы сумеем. Пока в России тот же существующий ныне порядок, да. Если изменится обстановка в России, что не исключено, потому что там есть оппозиция этому подходу, тоже, да, то... 24-го года, как говорят мусульмане в Ах-Койса, или кто-нибудь да. это, да. Да, ну вот так. Но если я считаю, что так оно продолжится, но если ничего не изменится, то, по-моему, Израиль сумеет удержаться на плаву в этих условиях. Вот на этой оптимистической ноте, друзья, знаете, ничего более радостного, учитывая тот минимум информации, которую мы обладаем, ничего более, так сказать, такого обнадеживающего, я боюсь, там мы просто не могли надеяться услышать, во всяком случае, до нашего следующей беседы с нашим очень интересным собеседником. Спасибо, Цви. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.